Вітаю, шановні друзі! З вами дід Олесь. Багато хто з вас питає, як я ставлюся до кандидатів в президенти України і взагалі до виборів. Хотілося б розгорнути це більш ширше, тому я звернуся російською мовою, щоб зрозуміли всі, може там хтось ще за 30 років не встиг вивчити, щоб тоді вони не потякали. Отже, моє звернення називається «Україна під ударом». Вскоре після Української революції достоїнства 2013-2014 років, также ізвісний як Євромайдан, Росія незаконно захватила і окупувала Крим і почала вооружений конфлікт на востокі України. 5 років спустя Росія продовжує вооружати, обучати і возглавляти антиправительственні сили на востокі України, а також сражатися в місті з ними. Ложно настаивая на том, що вона не является стороною конфлікту. В результаті бойових дій погибло около 13 тисяч чоловік. 1,5 мільйона чоловік стали внутрішньо переміщеними лицами. Жизненно важливі об'єкти гражданської інфраструктури продовжують отримувати повреждення або останавливати роботу, обостряя гуманітарну ситуацію. Многі заводи демонтировані і вивезені на територію Росії. Російська Федерація несе пряму відповідальність за боль і страдання України. Усилия США і ЄС по сдерживанию дальнейшей агресії включають применение ограничительних мер в виде санкцій. І большое спасибо им от имени всей Украины. Санкции очень больно бьют по экономике и престиже России. В народе назревает бунт, который может вот-вот привести к свержению Путина. Но Путин не может договориться с Западом о снятии санкций за оккупацию Крыма и Донбасса без согласия на то Украины. Для этого нужно сначала договориться с Украиной, которая признала бы Крым российский и дала бы автономию Донбассу. Но Порошенко не идет на уступки Путину. Поэтому Путин согласен на любого кандидата в президенты Украины, кроме Порошенко. Зеленский и Тимошенко уже высказывались о желании идти на торги с Путиным. Как торговалась с Путиным Тимошенко, всем известно. А как будет торговаться Зеленский, если считает Украину проституткой, нетрудно догадаться. По словам Путина, народы Украины и России живут в мире и согласии, а виной мелких недоразумений является украинская власть в лице Порошенко. Последняя надежда Путина – это полезные идиоты, самоеды внутри самой Украины, которые и должны помочь ему из их же самих сварить кашу. Полезные идиоты подразделяются на тех, что сознательно толкает Украину путинский котел на кашу, и тех, кто типа патриот, но патриотам здесь труднее объяснить свой выбор, поскольку Порошенко сделал слишком много для прощания с немытой Россией, поэтому приходится поднимать темы коррупции. Якобы президент должен ловить преступников вместо Авакова. Гражданин Украины, какой бы ты ни был национальности, помни, твое будущее зависит от тебя лично. В отличие от россиян, ты еще можешь пока
имеешь какое-то право на выбор. Единственная твоя задача – голосовать за Украину. А если будет Украина, будет у тебя и возможность жить в свободной стране, которая постепенно будет развиваться, и ты будешь богатеть вместе с ней. А не будет Украины, не будет у тебя и возможности вообще что-либо требовать. Ты будешь рабом, а твои дети будут отправлены в Сибирь, куда когда-то отправляли твоих дедов. Думай и не дай маху. З вами був дід Олесь. Думайте, панове, всього найкращого.